Законопроект достаточно жесткий, и, собственно, об этом уже заявило и Министерство связи. Он направлен на борьбу с несколькими типами нелегального контента, но проблема заключается в том, что закон узаконивает, легализовывает методы борьбы с этим нелегальным контентом. Собственно, это прецедент, поскольку, насколько я понимаю, нигде в мире методы IP-блокировки и блокировки по доменным именам не были приняты в качестве, собственно, законных мер. Провайдеры доступа могли по своему усмотрению, наверное, это применять, но это не было включено в сам закон. И я оставлю за скобками комментарии относительно того, насколько эффективно закон будет работать в отношении того контента, от которого сеть хотят освободить законодатели. Это, собственно, решать, наверное, законодателям. Но интернет-индустрию беспокоит то, что блокировка по IP-адресам и блокировка по доменным именам может нанести значительный вред добросовестному контенту в интернете, легальным ресурсам в интернете, в силу технической природы того, как устроен интернет. IP-адреса зачастую раздаются нескольким, то есть на одном IP-адресе может находиться несколько, допустим, блогов или несколько ресурсов. Крупные компании, допустим, могут, какие-нибудь крупные банки, крупные онлайн-магазины могут иметь выделенные IP-адреса, но в рамках, предположим, платформ, таких как, не знаю, блогер, живой журнал и так далее, на одном IP-адресе может хоститься большое количество блогов. Соответственно, внеся этот IP-адрес в реестр в черный список, законодатель может неожиданно получить блокирование всего живого журнала или всего блогера, всего Фейсбука и так далее. Разработчики закона неоднократно утверждали, что это не является их целью, что их целью является нелегальный контент. Но в таком случае технически закон написан не совсем корректно. И в данный момент в нем не прописаны процедуры возвращения вот этого легального контента, добросовестного контента, который может быть затронут непреднамеренно в результате блокировки чего-то нелегального. Процедура возвращения этого контента назад не прописана. Как я понимаю, сейчас законодатели будут думать над тем, чтобы внести в закон поправки или чтобы разработать подзаконные акты, которые будут обеспечить максимально эффективность закона и при этом не навредят интернету, мы полностью готовы, естественно, с ними работать совместно и будем пытаться совместно вырабатывать решения, при которых остальной интернет не пострадает. Потому что, собственно, блокировка по IP-адресу, если она тем более примет массовый характер, может привести к потере связанности интернета. То есть это выпадение одного сегмента, допустим, не знаю, Фейсбука, Ютуба или части Ютуба, будет означать, что в целом технически интернет будет работать хуже, если это будет происходить постоянно, если какие-то массовые сегменты будут выключаться. Блокировка по доменным именам тоже, в общем, не выход, потому что какие-то сайты разработаны таким образом, что они переезжают с домена на домен. Допустим, порно-сайты характерны этим. Представить, что youtube.com переедет на другой домен, довольно сложно, потому что, собственно, все крупные легальные ресурсы держатся за свой домен как за бренд. Поэтому мы пока не очень себе представляем, как это будет работать. Процедура апелляции должна быть в законе. Апелляции, во-первых, со стороны пользователей. Они должны иметь возможность высказаться. Собственно, закон направлен на то, чтобы их обезопасить, но он не дает им возможности пожаловаться, не устанавливая для этого процедуру на блокировку легальных ресурсов, на блокировку добросовестных ресурсов. Кроме того, должна быть процедура восстановления легального добросовестного контента, на котором нет, соответственно, того контента, который разработчики хотели запретить или который запрещает реестр, в его правах. И это должно быть
сделано автоматически и достаточно быстро. Собственно говоря, закон устанавливает временные рамки для блокирования нелегального контента, но, вероятно, такие же временные рамки должны быть установлены для того, чтобы вернуть несправедливо заблокированный легальный контент. Кроме того, у многих компаний есть свои стандарты саморегулирования в этом вопросе. У компании Google есть безопасный поиск, который работает на всех наших продуктах, где мы используем пользовательский контент, который работает с пользовательским контентом. Есть семейные фильтры, насколько я знаю, и возможности для пользователей пожаловаться на неприемлемый контент у ВКонтакте, у Яндекса. Каким образом вот эти стандарты саморегулирования, которые компании добровольно разрабатывают в зависимости от своих сервисов, от информации, которую они обрабатывают, каким образом это все сочетается с законом? И насколько закон в этом отношении стимулирует развитие вот таких хороших практик среди, собственно, интернет-компаний? Ведь если государство устанавливает режим избавления от нелегального контента, собственно, сверху вниз, то у компании нет стимула развивать какие-то свои технологии для того, чтобы обеспечивать пользователей возможностями осуществлять безопасный поиск без риска натолкнуться на какой-то насильственный контент или порнографический контент. Это открытый вопрос. Не очень понятно, как наши стандарты, предположим, будут сочетаться с этим законом. Несмотря на то, что у нас, как у индустрии, не было возможности, ну или не было широких возможностей обсудить это до принятия закона, мы, естественно, готовы обсуждать сейчас, делиться опытом и совместно работать над тем, чтобы и этот закон, и, в принципе, все остальные инициативы, направленные на обеспечение безопасности в сети, были бы разработаны с тем расчетом, чтобы не навредить интернету и обеспечить, собственно, ту задачу, ради которой они создаются.